на этом семинаре, на конференции рассказать какие-нибудь интересные случаи, которые произошли за период работы. Но вообще работаю я давно в Денисекте, уже, можно сказать, 11-й год, поэтому, конечно, таких случаев было, ну, огромнейшее просто количество. И интересно, что сказали случаи, так сказать, интересные, которые отличаются от обычных рутинных задач. И заранее подготовившись вчерашнему вечером, я так подумал, что такое очень рутинные задачи. Рутина. Загуглил слово. Разные слова и по-разному его говорят, но это примерно часть жизни, в которой лишь скука и однообразие. Или рабочее следование заведенному шаблону, превратившееся в механическую привычку. А как вы думаете, можно ли назвать нашу работу какой-то рутиной? Наверное, вряд ли. Это то же самое, как следователю сказать. Расскажи какой-нибудь рутинный свой случай. Да, обычное дело, я вчера бегал с преступниками с пистолетом, потом они забрали, я от них убегал, и так, по очереди. Да, рутины тут не будет, никак путешественников, да? Расскажи какой-нибудь рутинный там свой случай путешествия. Да нет, они все индивидуальные, все разные. Точно так же, как и у нас, бывает очень много интересных случаев, и каждый объект, каждый наш клиент, он по-особенному индивидуален. И поэтому, конечно, я думал, что будет очень много тут владельцев ресторанов, различных общепитов, но не так уж и много, поэтому я больше думал даже, чтобы это было полезно для них. Вот. Случаев было много разных интересных, там, смешных, когда я первый раз еще попробовал генератор тумана, дунул в клопов, и клоп прилетел мне в рот, и так я почувствовал вкус этой работы. Или там, когда обрабатывали пистолетом гелевым за духовку, решил попробовать. Нажимаю, чувствую, у меня почему-то голова вправо смотрит. Но посмотрел, а я в розетку прям четко попадаю. Да. И таких случаев, знаете, бывает, если повспоминать, вообще через тень можно что-то такое веселое, смешное. Но в этом, в своем коротком выступлении, я хотел основных два момента рассказать, на что обратить внимание, и опять-таки, ну, применимо именно к владельцам общепита и к нашему бизнес-сектору. Первое, на что хотел обратить внимание, это герметизация. И герметизация вообще в целом концепция — это совместная работа заказчика и исполнителя. И все мы это и так прекрасно понимаем. Но не все владельцы столовых ресторанов, и частично уже сегодня про это говорилось, они не понимают это. Они думают, что они раз заплатили свои огромные копейки, то все, и все сделают, и раз и навсегда, как говорится. Но это как работа врача и больного. Если больной алкоголик и не хочет этого лечиться, то врач при всем своем желании никогда его не излечит. Точно так же и тут. То есть заказчику важно, для нас, исполнителям, важно понять и увидеть те места, из которых как раз приходят эти насекомые. А вот исполнителю необходимо выполнять эти рекомендации, которые мы даем. И в частности, особенно если этот общепит находится просто в каком-нибудь торговом центре, или, как к примеру, вы видите вот эту прекраснейшую квартиру. Вот один из моих объектов, это получается офисы, они находятся как раз таки под вот этой квартирой. Да, это квартира, кстати. Потому что это гараж, это квартира. Хотите вы или нет, и если такая квартира настолько загроможденная и столько там количество насекомых, как было здесь просто не видно, они завалены вещами, то, конечно, рано или поздно, да не рано, они все время будут лезть и лезть на этот объект. Учитывая то, что клиент, мои офисы, они не хотели даже сделать так, чтобы и трубы были плотность перекрытия. И понятно, что навсегда туда клопов никогда не избавится. И второе, можно вторую, да, иллюстрацию, и третью. А, у меня будет, да? Посмотрите на этот прибыль. Кто знает, что это такое? Бабочница, да. Здорово, что кто-то знает, что это бабочница. Да, достаточно редкое насекомое, оно не вредитель, оно относится вообще к семейству комариных. То есть, можно сказать, это маленький такой комарик некровососущий, они похожи на моль, кто-то говорит, на бабочку или на муху, различно похоже. Но ко мне бывает часто обращаются, не только с моего города, мои заказчики говорят, что слушайте, мы не можем побороть бабочницу. Допустим, вызвали одного дезинсектора, второго, третьего, они не могут ее побороть. Но то же самое, что как и бывает наоборот. Дезинсектор звонят, говорит, слушай, я никак не могу побороть эту бабочницу. Почему такое происходит? Почему она ничего не умирает? Но убить ее достаточно просто. И вообще погибает она, может быть, вообще практически от всего. Дезинфектор костюм одевает, она уже может сдохнуть. То есть легко ее побороть. Но как вот был случай, когда мне звонят и говорят, у нас, знаете, 20 душевых. И у них, и в двух из них есть бабочница. Я спрашиваю, а в этих душевых находится какой-то подпол? Они говорят, да, находится в душевых номер там, 3 и 15, условно говоря. Я говорю, бабочница в номер 3 и 15. Так,
откуда вы знаете. То есть все логично. Самое важное понять, откуда происходит вылет и выплод вот этого данного вида насекомых. А откуда оно происходит? Это в основном подвалы. В чем еще сложность, кстати, в том, что они очень быстро размножаются. Самка до 100 яиц откладывает. И поэтому, если вот эти, знаете, как я говорил, продам да, 2 кроликов, продам 4 кроликов, кому надо 8 кроликов, вот точно так же и тут. Дезинфектор борется уже со следствием, а не с первопричиной. А бабочницы всегда, в 99% случаев, нужно искать именно в подвальных помещениях. И как раз таки, почему она, где она размножается? Это в подвалах. То есть спускаемся в подвал, как вот, к примеру, здесь на этой иллюстрации, фотография, тоже была проблема бабочницы, и мы спустились именно в подвал. Дезинфектор здесь спускается. Видите, насколько затоплено это помещение. Вот так вот примерно мы стояли, по наши резиновые сапоги были. То есть чуть-чуть не зачерпывая. Это получается, чуть-чуть не зачерпывали воду. И вот что происходило вот в этой воде. Видите, это помещение просто все кишило. Кишило вот этими личинками от этой бабочницы. То есть побороться с ней вообще не сложно. Я уже сказал, умирать она вообще практически от всего, даже от этих фумигаторов, которые мы от комаров втыкаем в розетку, и то от них даже погибает. Но самое важное, это три основных момента. Это первое, устранение сырости. Без этого наша работа будет малоэффективна, низкоэффективна. Второе, это обработка. Конечно, обработка необходима будет, просто так она не погибнет. И это недопустимость повторного появления. И опять-таки вернемся к тому, что необходимо и держать в должном состоянии коммуникации, и важно максимально герметизировать свое помещение. Причем, опять-таки, про интересный случай, я вспомнил, когда бывали обрабатывали такие подвалы, бывают отверстия, которые находятся на первых этажах жилых домов, настолько большие, что видно, посмотришь друг друга, видно, как человек ходит по кухне, перемещается. Или даже такой был случай, когда мы с мастером работаем, и я смотрю, такое огромное отверстие, туда заглядываю, а там мужчина на унитазе сидит. Я хочу как бы ему сказать, здравствуйте. Он вскочил, и унитаз смотрит, такой, здравствуйте. Я говорю, у вас, понимаете, я тут снизу вижу отверстие, а мужчина смотрит и говорит, вы кто? Вы где? Ну тут я понял, что диалог уже не получится у нас с ним, да и новая фобия у мужика уже получилась. Но герметизация, как я уже сказал, это вот наиважнейший метод, то есть это вот эти вот игры говорят, барьеры, сделайте нам барьер, механический барьер. Вот что самое, не самое важное, но одно из самых важнейших того, что необходимо сделать в дезинфекции, это работать практически с любым видом насекомых. Ну и, конечно, для заказчика важно найти хорошего специалиста, хорошего дезинфектора, хорошего мастера. И главное, что цена не имеет здесь решающего значения и самого важного. Потому что мы не ищем же врача именно исходя из цены. То есть найду максимально дешевого врача, но пойду его на Авито найду или где-нибудь там на объявление на помойке. Точно так же и важно не искать дезинфектора, то есть максимально дешевого. А для дезинфекторов, для нас с вами, важно быть хорошими специалистами и хорошими мастерами своего дела. И как раз таки благодаря таким конференциям, как проводится сегодня, и особенно огромное спасибо организаторам таких конференций, которые постоянно делают, мы становимся лучшими профессионалами, лучшими специалистами в своем деле. И помните, что нет неразрешимых ситуаций. И любые проблемы мы сможем решить, но сможем это сделать только вместе исполнитель и заказчик. Субтитры сделал DimaTorzok